Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. И, конечно, сегодня, в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, на самом деле, исторических территориях российских, да и вообще страны в целом. Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и никак, как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда.